подняться к вершинам власти нелегко, мистер Медичи. Зато падение будет мгновенным. Ваша благородная кровь — это актив, который никогда не упадет в цене. А он хорош собой? Не берусь судить. Он показался вам добрым? Умным? Говорят, что он как холодная рыба. Контессина, у тебя слишком острый язык. Тебе представился шанс спасти твою семью от полного краха. Малое зло ради добра. Жениться на дворянке вовсе не зло. И как знать... Может, ты ее даже полюбишь? Сказал человек, не пропускающий ни одной юбки. Как только мы поженимся, ты станешь одной из Медичи. Ты не будешь шпионить для отца в нашем банке и обо всем ему докладывать. Ты станешь моей супругой и будешь предана мне и только мне. Ты поняла? Медичи, повелители Флоренции. Вторая серия. Купол и город.